Лучшие отечественные производители награждены национальной премией «Аракет-2016» в номинациях. Самый масштабный отечественный проект, лучший производитель года по импортозамещению, лучший стартап, лучший экобренд, самое перспективное производство. Лучший отечественный инвестор, лучшая социально-отечественная компания, прорыв года, возрождение отрасли, лучший сервис, услуга года, лучший бренд, лучшее инновационное производство и за вклад в образование науки «Труженик». Года. Основная задача премии «Аракет» – оказать поддержку отечественным производителям, а их развитие, в свою очередь, положительно повлияет на экономику страны. К примеру, если отечественное производство будет расти, увеличится и уровень импорта. А это поможет создать торговый баланс. Премия была направлена на поддержку больше всего молодых предприятий, те предприятия, которые зарегистрированы в прошлом году, в этом году и только на пути становления. Вот, и только сообща, взявшись за руки, все вместе мы можем только поддерживать наши предприятия и двигаться вперед, иначе развития экономики не будет никогда. Из 100 конкурсантов специально созданное жюри отобрало 60 участников. Из них по итогам онлайн-голосования 14 признаны самыми лучшими. Они сегодня стали первыми лауреатами премии «Аракет-2016». В номинации «Прорыв года» награждены производители специализированных медицинских многофункциональных кроватей. Несмотря на то, что эта компания работает всего год, уже успела заработать себе имя и клиентов. Мы производим медицинские функциональные кровати для больных дома, которые лежачих больных, и для больницы, для частных клиник делаем. И еще делаем медицинскую мебель, такие как манипуляционные стулья, такие как ширмы, штативы. Ну, хотим полностью развивать этот отрасль, как бы делать полностью медицинскую мебель. Премии удостоились и производители соков из экологически чистых продуктов. В производстве товара используют только местные фрукты, говорят предприниматели. В их планах увеличить ассортимент напитков. В 2015 году произвели около 400 тонн. В этом году еще увеличиваем объемы, так как спрос, наши клиенты ценят наши качества, и это увеличивает наши объемы. На сегодняшний день охватываем весь кыргызстанский, основные супермаркеты только находятся, и частично экспортируем в Россию, и Казахстан, и Монголию. Это первая некоммерческая премия такого плана. Организаторы намерены организовывать такие мероприятия ежегодно. По их мнению, это станет стимулом для развития отечественного производства. Бермет Курманбекова, Эльдар Асанбаев, Общественный первый канал.